Детская площадка во дворе в ветхом состоянии, в доме протекает крыша, жалуются жители 25-го дома по улице Пугачевский тракт участнику предварительного народного голосования «Единой России» Ирине Кочуевой. Людям подробно объяснили, как нужно действовать, чтобы решить проблемы в их доме и дворе. По-новому, оказывается, надо действовать, чтобы это самое... Ну, теперь мы это учтем. Нам надо, значит, общее собрание собрать, протокол составить. Такие встречи с жителями проходят во всех районах Самары. Кандидаты на участие в выборах в районные советы депутатов рассказывают о себе и помогают жителям решить проблемные вопросы, которые не сдвигаются с мертвой точки порой не один год. Я могу сказать из собственного опыта, вот за 2,5 года, вот те активные жители, которые у меня приходили, да, они когда-то правы, когда-то неправы, но они доносят реальную ситуацию с мест. И это дает возможность не оторваться от реальности. В ходе предварительного народного голосования самарцы определят, кто из претендентов будет выдвинут от «Единой России» на выборы в районные советы депутатов. Всего в Самаре в качестве кандидатов в предварительном голосовании участвует около 900 человек. Лариса Шалафаст, Павел Пресняков. События.